Всем привет, вы на канале Своими руками. Сегодня мы поговорим о том, как мы делали когда-то баню. Баня у нас уже очень старенькая, как вы здесь видите, и нужно было обязательно ее подремонтировать. Прежде всего пришлось заменить нижние бревна. Сделать новую печь, обложить кирпичами ее, стены обшить вагонкой. Ну и, конечно, нужна вешалка, как же без нее. Сделали скамейки в бане, они очень крепкие и не развалятся. Здесь мы видим полок, он находится в парилке. Муж начал таким образом делать лавочку в бане. Сейчас пока еще идет примерка, потом, конечно, все это будет повыше и прибьется. В этом нам помогает вот такая машина деревообрабатывающая, многофункциональная. Станок по обработке древесины обязательно нужен. Он первый помощник. Скамья в бане будет вдоль стены. Вот таким образом уже немного сделано. Здесь мы видим уже прибито к стене и к полу. Затем будут накладываться доски и прибиваться. Итак, положили доски для того, чтобы примерить, как подойдет. Получится вот такая конструкция. Будет очень удобно здесь и сидеть, и мыться. Все переключается на сервисе. Итак, прикрутили на шурупы. Баня на своем участке – мечта многих. Скамейки и лавки занимают важное место. Сделать такое сооружение можно самостоятельно. Так скамейка в бане станет настоящей гордостью хозяина. Скамьи бывают одноярусные и двухъярусные. Все бруски и доски должны быть тщательно отшлифованы. Края нужно обязательно округлить. Не должно быть острых углов. Высокая прочность мебели – залог безопасности. Об этом тоже не нужно забывать. Наконец, лавочка готова. Для того, чтобы она не испортилась, нужно будет ее чем-нибудь покрыть. Для этого будем использовать пропитку для бань, саун,
влажных и жилых помещений. Итак, мажем со всех сторон. Промазываем все щели, не торопимся. Чтобы наши доски впоследствии, наша лавочка не испортилась. Итак, мы промазали пропиткой один раз, и желательно нужно еще раз промазать. Теперь мы будем ждать, когда лавочка хорошенько просохнет. В раздевалке у нас тоже сделана лавочка. Также слева над печью, как мы видим над печью, да, находится зеркало. Вокруг зеркала были прибиты вот такие досочки. Получилось очень красиво. Стены бани обшиты вагонкой. Повесили градусник, чтобы видеть температуру. Обратите внимание, как муж у меня сделал печь. Здесь мы положили камни. Кругом он обложил кирпич, чтобы стены не нагревались. Так выглядит у нас парилка. Но это мойка. Двери и ручки у нас тоже самодельные. Ну а здесь, в этом углу, сделана такая полочка. Сюда можно ставить ковшик и лить воду. Очень удобно, даже тазик входит. Теперь у нас есть отремонтированная баня. Не такая, когда была она старая. Сейчас все культурно, красиво, аккуратно. Мы здесь с удовольствием моемся. Теперь баня – это наша гордость. Всем пока! До встречи на нашем канале!